последнее время часто возникает вопрос в связи с сложившейся ситуацией вообще в мире о инвестициях. Куда, как вкладывать деньги, зачем, что будет через год, через два, через три. И многие люди предпочитают вкладываться в искусство, в картины, в современное искусство, в то, что они сами считают искусством и которое не является таковым. В связи с этим я долго думал, и как житель Воронежа, наверное, и как человек, которому не безразлично, наверное, современное искусство, недавно увидел и был просто поражен тем, что я живу не в Нью-Йорке, там, не в Лондоне, где проходят там моднейшие аукционы, а живу в небольшом провинциальном городе в Воронеже, и мне предоставляется возможность, как и любому из вас, приобрести просто культурное наследие за действительно сущие копейки. Дом музея фористики Аркадия Давидовича продается за 4 миллиона рублей. Что такое 4 миллиона рублей? Это двухкомнатная квартира. И это неплохой автомобиль, не полной комплектации, даже не нафаршированный. Конечно, когда речь идет об искусстве, думать там о 4 миллионах, как о каких-то деньгах, это, разумеется, сущие копейки. И я, Рубцов Даниил, намерен купить этот дом, конечно, если мне удастся договориться с Аркадием Филипповичем. И если, конечно, он не будет поднимать цену. Потому что я считаю, что он просто опростоволосится. А я неплохо вложу деньги, если мне удастся приобрести это за 4 миллиона рублей.